Давайте пощупаем. Давайте попробуем. Пантера рельса, дистанционочка. Ой, дистанционочка, дестабилизация. Так, а где тут респы только у типов у противника? Еще и карта ночная, вообще ничего не видно. Где противник респится? Там, да. Не понял. Я ливнул с карты. Не понял прикола. А что, мне урон не показывает? Вторую промазал, что ли? Так, аудишечка у них на базе. Тут урона маловато. Ноль тоже бабки. 800 урона стычки. 800 урона стычки. Да. А где мои криты? Еще 900 пойдет. Рабочая. Да, очень сильная сейчас. Ну, пощупаем. Сейчас пощупаем, насколько сильная. Так, ну мне как будто бы надо просто стоять здесь и ждать респов в центре. 5500, нифига себе урон. Как будто просто ждем здесь урон, да? Ой, не урон противника. Просто стоим, ждем. Мне на Хантер что? А, у меня на Хантер этот. Драйвер, у меня ничего нету, да, на Хантер хорошего? Если было бы что-нибудь хорошее, было бы неплохо. Так, ну на широкую становлюсь, значит. Становлюсь тут просто. Только вот эта ночная карта мне не нравится. Ничего не видно. Пантеры ресе. 3500 по резисту. Нифига. Тебе. Ой, хорошенькая залетела. Как тут можно делать жесткую? 5500 в голову. 5500 с рельсы. Нифига, это что, имба лютая? А когда-то капнули жестко. Она наваливает. Из ДД 2500. Бабки. Дома. Нормал. Две 800 по резисту. Нормально контентит это рельса. В порядке. 15 киллов как с кустика. 5500 ваншотик. Дома. Перезарядка довольно быстрая. Я думаю, что с викингом даже пободрее она работает. С викингом еще больше можно сделать. Но выглядит хорошо. Выглядит очень хорошо такая рельсочка. Ваншот любого. Любого легкого, даже с броней. И ваншот среднего без брони. 3500 в голову. Жестко. Жестко. Киллов. 21 килл. Ну это турбо сливная здесь вот от противничков. Здесь просто жесткое мясо. По ощущениям. Никуда оверку прожимать. Типы просто респятся. Перезарядка очень быстрая.
Ой-ой, чуть минус не уехал. Тактик. Ну тут супер быстрая досрочка. 600 очей уже. Что-то подбалансили все устройства. Смотрю. Разве дестабилизация была на таких прям уровнях жестких? Диксон, здорово, здорово. Здорово, легенда. Здорово. Как дела? Дела, бомба. Дела с кайфом, здорово. Как сам? Блин, еле-еле успел. 20 килочков. Потихоньку девочка прижал ко мне летом, отдыхали. Кайфом, хорош. Красавчикс. Так, 10 киллов, ребячки, до досрочки. Ну, рельса прям в порядке полном. Но контентик тянет 100%. Я что-то думал, что она, ну, такая себе. Она прям... Она прям очень в порядке. КС не думал возвращаться? Не, какой КС?